по рекламе. Это все различный трафик. Варианты рекламы, откуда мы можем брать рекрутов. На станциях. А человек зашел на станцию, если он на закладке офисов, то он увидел. Ну, второе, контейнеры. Стоп, контейнеры. Ну, нахуй сразу. Нищебродство. Бомжи. Марку нужно держать. Уровень должен быть. Нельзя опускаться до явно не самодостаточности. Хорошо, давай возьмем так. Если ты контейнерами этими сделаешь фигурку хорошую. Логотип, эмблему, звезду в круге, которую надо будешь рисовать, хрен знает сколько дней. И, возможно, не один. Вот это будет сильно. Если рисунок какой-то делать, творчество проявить, креативность, подход, труд положить в это. Идеально ровный круг, еще которому идеально правильно ровная звезда. Вот тогда хорошо. Поэтому давай рисунок контейнерами, да? Так, дальше. Чат вербовки русской. Тут все как бы просто. Кроме этого, если вы загружаете нашу панель, вы видите пилотов, которые не состоят в корпорации, которые находятся в NPC-корпорации. Включая мозги, вы должны сразу понимать, что вот, скорее, вероятность того, что именно этот пилот ищет корпорацию выше, чем у того, кто уже в корпорации состоит. Правильно? Потому что тот, кто в корпорации стоит, скорее всего, сам и есть вербовщик. Ну, не обязательно, не факт, конечно. И этим людям просто можно взять вот их всех. Вот ты вот прямо в чате вербовки сидишь, их ники через зажал Ctrl и в почту себе закинул и выслал им письмо. Слать много нельзя. Вот один раз разослал, хватит. Все, сегодня лучше забудь. Вышлешь больше, это уже спам. За это могут забанить. Спам, понятно, он где угодно, что угодно могут про него писать. Нас не волнует, где что угодно и как угодно. Нас интересует, что написано в правилах Евы. В правилах Евы написано, это повторение, там, ну, подправка одних и тех же сообщений с целью там, рекламы и так далее. То есть дублирование. Не дублируешь, не спам. Также, конечно же, непосредственно скидывать сообщение с рекламой о приглашении в нашу корпорацию, в сам чат вербовки. Варианты этих сообщений также можно найти у нас в бюллетене, который называется «Отдай долг любимой корпе». Открываем меню «Корпорация», в ней закладка «Альянсы», в ней закладка «Бюллетени». И находим бюллетень «Отдай долг любимой корпе». Там у вас первый пункт. Зайдите в чат вербовки Русской Академии, нажми на эту надпись. Вот, зашли в этот чат вербовки. Выбери любое вот сообщение ниже и перетащи его в чат вербовки. Мышку зажал и выслал. Только разные, шлите разные, чтобы они не повторялись. Суть в чем получается? Если вербовщиков работает несколько и шлют они разные сообщения, ну, которые ведут в одну корпу. Ну, вы поняли, да? То есть мы не бросаемся в глаза другим вербовщикам. Они не начинают беситься, не злятся, да, не пожалуются там, да, никуда и так далее. Ну, а результат мощный. Когда три вербовщика кидало разные сообщения, у меня на собеседовании было, блядь, 6 человек. У Джозефа 3, я закапывался. Думаю, понятно. Однако, что касается чата новичкам, туда нельзя такое делать. То есть туда спамить рекрутинг нельзя. Но все остальное, списки, рассылки, писать людям почту, без проблем. Это что касалось ручной работы. Однако мы живем в 21 веке, и машины нам помогают. Скачал себе автокликер, настроил так, чтобы он, допустим, каждые 5 минут нажимал кнопку Ctrl и стрелочку вверх, и Enter. Однако нужно быть осторожным, потому что обязательно найдутся завистники, у которых из-за их жаления или в целом неправильного подхода к рекрутингу людей гораздо меньше. Но они будут обвинять в этом кого угодно и что угодно, в том числе вас. Поэтому с автокликерами лучше быть осторожным, не злоупотреблять, а еще лучше использовать на отдельном аккаунте, потому что могут на вас пожаловаться и забанить. А учитывая того, что много гейм-мастеров типа админов являются обычными игроками, состоящими в конкурирующих корпорациях, они смело будут злоупотреблять своими полномочиями. Еще какая-нибудь идея есть? Из рук. YouTube, хорошо, правильно. Вариантов несколько. То есть свой канал, свои видео, ну и так далее. Также вариант, то есть комментарии там, к чужим видео. Как бы, наверное, тоже не то. Ну, неприлично, некрасиво. Другое дело, если ты там как-то там написал культурно, ну, типа невзначай. Бля, классное видео, очень хорошо помогло. Добавим к себе в плейлист к нашей там Русской Академии. Ну и реально себе там в плейлист добавили, если видео хорошее. Удивительно, но есть куча людей, которые читают комментарии. И свои комментарии дают. Я не такой, но людей таких много. Ну, короче, у YouTube вон куча вариантов, как это можно делать. Еще у кого-нибудь идея есть? Да, соцсети, ВКонтакте, там то же самое. Вот, правильно. Соцсети. То есть группы в соцсетях, например, да? Свою группу в соцсетях нужно прокачивать. Это как сайт. Люди потом, когда ищут корпорацию, либо какие-то гайды полезные, они находят твою группу. В итоге потом увидят, что есть такая корпа. А также можно использовать чужие. Ну, примерно точно так же, да? Различные спамы, реклама и тому подобное. Ну, еще что, кого какие мысли? Чат помощи новичкам. Дальше. Рассылка писем. Еще варианты есть? Сайт. Поисковые системы. Google, Яндекс и так далее. Хотя бы сайт-визитка. Человек в Яндексе набирает
поиск корпорации, бах, ему там выдалось. То есть от самого сайта нет смысла, если он не прокачан. Ну, как и группа. Еще варианты какого-нибудь есть? Тематические форумы их онлайн. Ну, как правило, есть раздел о корпорациях, о вербовке, можете туда лупить. Заходите, создаете там тему. По сути, тот же сайт. То есть пройдет время, и поисковые системы начнут ее индексировать. Потом будет в результатах поиска людям это выдаваться. Тоже надо определенный момент и правильно это делать. Потом надо еще знать, как это делать. Ключевые слова правильно указать там. Ну, короче, делов. Еще идеи есть какие-нибудь у кого-нибудь? Ну, хорошо. Давайте, объясню. Откройте информацию о себе. Вот нажмите на себя или на меня. И нажмите «Биография». И вот у меня что в биографии написано. Доброго времени суток. Я вербовщик, обладающий большим опытом в этом направлении, и мне это нравится. Хобби. Вот в биографии может быть написано реклама, корпорация. И вот очень сильным фактором является, когда кто-то в описании у другого пилота видит то, что тот в биографии хвалит свою корпорацию. Это самый сильный вообще фактор. То есть впечатление очень мощное. Нихуя себе, что ж там за корпа такая, что он аж в своей биографии влупил. Еще есть другая платная реклама. Поиск корпорации. Тут такая штука. Я как бы указываю, что действительно по факту есть. Вот если вы ее откроете, там по умолчанию у всех одинаково настроен поиск. Ну, условно, все указано. Соответственно, корпорации, в которых указано все, новички их и видят. Потому что этот фильтр там такой навороченный, что в нем, блядь, еще чтобы в нем разобраться, нужно посидеть в нем, поковыряться. Эффективнее мне было указать все как по умолчанию. И приток бы рекрута увеличился в разы. Мне что-то не хочется. То есть это некрасиво. Не хочется указывать то, чего реально ничего нет. Уподобляться всем остальным засранцам, которые так делают. И по факту предлагают то, чего у них нет. Ладно, достаточно. Это все источники трафика людей. Вот это вот рекрутинг, скажем, да? Это просто реклама и все. Ну, допустим, я вот карпу нашел, да? Но мне совершенно без разницы, есть у нее сайт и нет у нее сайта. Ну, тебе да. Другим нет. Ну и что? Сайт — это инструмент. И я всего лишь один из источников трафика, перечисленный вот из 11. Использовать трафики нужны все. Не нужно выбирать лучшие или худшие. Кто-то много, кто-то мало приводит, но тем не менее приводит. Использоваться они должны все. Название клана, которое вот оно официальное, оно должно использоваться на всех ресурсах. Вот как оно написано, 3-0 пробел, там и поехало дальше. То есть так оно должно и писаться. Чтобы одновременно качался также бренд. Чтобы когда люди видели название, сразу интуитивно понимали, к кому оно относится. Прокачка бренда. Как логотип, желательно, если есть возможность куда-то загрузить, это нужно делать. Донат на развитие академии. Для того, чтобы перевести деньги, нужно открыть меню «Информация о Русской Академии». В открывшемся окне в верхнем левом углу вызвать меню и выбрать «Перечислить деньги».